Вас вітає інформаційна служба телерадокампанії «Гомель». Студія працює Євген Побаловець. Глядіть у гэтым выпуску. Поліклініки в наступным годзе пачнуць выдаваць электронныя рэцэпты. Таўшыня лёду на вадаёмах рэгіёна складае 7-12 сантыметраў. Ці варта рызыкаваць жыццём дзеля улову? Ёлачныя кірмашы адкрыюцца 23 снежня. Кошт навагодніх дрэваў ад 7 рублёў 80 капеек. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. У Гомелі пачалася рэалізацыя пілотнага праекта па ўкараненні электронных рэцэптаў. Як чакаецца, першыя з іх паліклінікі пачнуць выдаваць ужо ў гэтым месяцы. Але яшчэ ўвесь першы квартал наступнага года будзе адведзены на карэкціроўку азначаных заўваг. Алег Сінцероў пацікавіўся планамі і коштам іх рэалізацыі. На реализацию проекта только Гомельской городской детской поликлинице выдаткована 37 600 рублей, еще 1200 рублей. Сюда у якости спонсорской допомоги накировала фармация. На эти сроки будет набыто 5000 специальных карток. Частку карток у поликлиницы уже отримали, покуль они заховываются в специальном сейфе, и только как выключение их демонструют с дымочной группе телерадиокомпании «Гомель». У принципе, ничего секретного тут нема. Уже в этом месяце их повинны отримать пациенты установы, але спочатку еще необходимо усталевать во всех кабинетах специальное программное обеспечение. При этом врач будет не просто заполнять электронные формы рецепта, але и при необходимости отримывать консультации. Это допоможет позбегнуть помылок и призначать новые лековые сродки. Иногда лекарственные средства рекомендуют нам специалисты республиканского уровня, да, и какие-то новые препараты, которые только зарегистрированы на территории Республики Беларусь, но уже опробованы в других государствах, ведущие клиники наши республиканские назначают. Сегодня электронные рецепты у той или иной ступени существуют у таких краинах, как Великобритания, США, Дания, Швеция, Финляндия, Австралия. Беларусь в этом смысле не першапраходца, але это не значит, что никаких пытаний не узникнет. Те же фармацевты, например, после сканирования штрих-коду картки, отримают доступ до электронной формы рецепта, але насколько свободными будут их деньги при необходимости замены леков. А прича того, электронный рецепт не гарантует, что хворый саправды будет принимать призначенное врачом. Еще одно питание – выписка электронных рецептов подчас наведывания хворых по месту жихарства. Не то, как бы это было складано технично, а для потребуя додатковых затрат. Должно быть у нас оборудование, то есть либо это планшет, либо любой смартфон, который должно быть интернет-связь, и по интернету тоже можно осуществлять выписку электронного рецепта. Покуль проект будет иметь статус пилотного, врачи будут выписывать рецепты в электронном выгляде и на паперовых носбитах. До речи, первые картки со штрих-кодом, по яких можно провести идентификацию пациенту, будут выдаваться бесплатно. Когда все отримается, с красавика наступного года паперовые рецепты застанутся у минулом. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Со з'явленнем першага лёду на вадаёмы выйшлі рыбакі, аднак занятак гэта даволі рызыкоўны. Лядовае пакрыццё яшчэ тонкае. На выходных няшчасны выпадок зафіксаваны ў Лоеўскім раёне. 62-гадовы гамельчанін праваліўся пад лёд падчас рыбнай лоўлі. Самастойна выбрацца мужчына не змог. Яго знайшлі рыбакі і выклікалі выратавальнікаў, якія выцягнулі цела пенсіянера з вады. Медыкі, якія прыбылі на месца здарэння, канстатавалі смерць. Дарэчы, за мінулыя два тыдні 120 чалавек былі папярэджаны аб небяспецы, звязанай з выхадам на лёд. Дваіх рыбакоў удалося выратаваць. Па дадзеных абласной арганізацыі асвод, таўшыня лёду на вадаёмах зараз складае ад 0 да 7 сантыметраў і толькі на некаторых да 12, што ўсё роўна з'яўляецца небяспечным. Минимальный допушальный показчик 20 сантиметров. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на лед до наступления твердого ледового покрытия с устойчивыми зимней погодой. Также в случае, если человек принял решение выйти на лед, необходимо, чтобы каждый имел при себе личное спасательное средство. Ёлачныя кірмашы открыются 23 снежня. Гандаль будет организован на 120 стационарных пляцовках у Гомеля, райцентрах и малых городах. Акрамя того, отбудутся 285 выездных ёлачных кірмашоў у сельской мясцовости. Дрэвы вышынёй до метра будуць каштаваць ад 7 рублёў 80 капеек. До 2 метров абыдуцца прыкладна ў 10 рублёў. Цены на больш высокія дрэвы будуць пачынацца ад 13 рублёў. Самы вялікі кошт на ёлкі ў катках – 22,5 рублі. Пры гэтым купіць іх можна ўжо сёння ва ўсіх лясгасах вобласці, не чакаючы ёлачных кірмашоў. Бюджэтны варыянт – ёлачныя або сасновыя букеты. Каштуе такое ўпрыгожванне крыху больш за 2 рублі. Усяго лясгасы Гомельскай вобласці да навагодніх святаў нарыхтавалі больш за 10,5 тысяч жывых елак і соснаў. Іх нарыхтоўка вялася з улікам патрэб пакупнікоў і аб'ёмаў рэалізаваных у мінулым годзе дрэваў.
Ёлка жаданняў выканае мары. Сёння ў Гомелі стартавала традыцыйная дабрачынная акцыя. Яе арганізатары – гомельскія прадпрымальнікі і студэнты медыцынскага ўніверсітэта. Збор падарункаў праходзіць у гандлёвым цэнтры «Сакрэт». Тут усталявана ёлка з запіскамі, у якіх дзеці напісалі свае жаданні. Усяго іх каля 150. Запіскі належаць выхаванцам дома дзіцяці, абласнога і раённага цэнтру карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Гэта дзеці-сіроты, многія з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Тут таксама ёсць запіскі ў падтрымку маленькіх пацыентаў абласной дзіцячай клінічнай бальніцы, ад якіх адмовіліся бацькі. Ім патрэбныя памперсы, шампунь, дзіцячы крым і іншыя рэчы. Прымерыць на сябе ролю Дзеда Мароза і выканаць дзіцячае жаданне можа кожны. Акция протягнется до початку студеня. Вы заходите в холл, вас встречает прекрасная елочка, где размещаются желания деток. Вы можете выбрать любое понравившееся вам желание и оставить подарок для этого ребенка в администрации торгового центра «Секрет». Но для тех, кто не имеет возможности прийти сюда и поучаствовать здесь непосредственно, они могут обратиться в администрацию медицинского университета. Мы с радостью расскажем и поможем им осуществить желание ребенка. В основном это требуются памперсы, средства личной гигиены для деток, которые находятся на лечении в областной больнице. У Гомеля отбылась региональная конференция у галине информатизации ПРО-АЙТИ. Она была организована совместно областным центром техничной творчести детей и молоди и Державным техничным университетом имя Сухого. Удел у конференции приняли больше 100 школьников из разных районов в области. Организаторы імкнуліся познакомить их с основными тенденциями и перспективами развития IT-сферы, а так само с наибольш запотребованными профессиями у этой галине. Найбольшую цікавасть у подлетку выкликали секции 3D-моделевания и робототехники. Тут юные удельники конференции познакомились с разумными IT-проектами, которые умеют рухаться, летать и даже стрелять шариками. У детей неподдельный интерес вызывает, то есть само, особенно мужская часть населения, то есть оно двигается, оно стреляет, оно, я рассказывал тут, кота мы гонять, может робот это или нет. Можно сделать, что он будет за котом гоняться. Данные конструкторы развивают очень сильно мышление у ребят. То есть, собрав базовые модели, научившись управлять ими, научившись выстраивать алгоритмы, дальше уже они начинают продумывать, что с ними можно дальше делать, плюс начинают уже комбинировать. То есть, уже выходят за рамки одного набора, мы соединяем несколько наборов, получаются новые модели роботов. Такая масштабная конференция у галине информатизации для школьников Гомельщины организована у першиню. Меж тым, у ГДТУ имя Сухого подобные тематичные занятки не редкость. Зараз тут дзейнічае IT-академия, якая дазваляе школьникам спостигать основы 3D-моделявання, робототехники и інших напрямков у сферы информационных технологий. Музыка надеи гучить у Гомеле. Международный дитячий конкурс, якому сёлета исполнилось 20 годов, проходит у колледжа мастерства имя Соколовского. На протягу 4 дней юные виртуозы игры на фортепиано будут змагаться за звание лепшего. Сёлета конкурс собрал больше за 63 удельника из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Литвы и Израиля. Юные таленты будут демонстрировать майстерство игры на фортепиано у трех взрослых группах – от 8 до 16 годов. Пераможцы отримают дипломы и премии. А кроме того, лауреатов чекают стипендии специального фонда президента по поддержке талановитой молоди. У конкурсные дни так само ладятся концерты выдатных музыкантов Беларуси, близких и далекого замежа и мастер-классы от членов жюри. Они прошли серьезные отборы, и они уже победители в своих номинациях, в своих возрастных группах у себя в областях. И поэтому, конечно, они приехали только для того, чтобы уже здесь победить. Они так настроены. Это очень радует, потому что эти дети – это же наше будущее. Насколько мы сегодня их приучим к культуре, воспитаем. То есть так мы будем с вами жить. Инклюзивная Беларусь – ровные возможности. Под таким девизом у Гомельской области прошел одноименный информационно-осветнический проект «ААН». Он повинен стать новым штуршком у работе с уразливыми категориями населения и по скорости створения безбарьерного осяродия. Об тем, как бачить проект «Инклюзивная Беларусь», его организаторы, офисы и агентство ААН, будет говорка в программе «Добрый вечер, Гомель». У центра уваги работа с беженцами, иммигрантами, зеленая экономика и проекты устойливого развития территорий. Музычную кропку в программе поставит ведомый белорусский гурт «Да Винчи». Глядите проект «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 19:30 на телеканале «Беларусь-4». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.